Это подуанчики. Подуанчики Талбунд. Порцелян. Кто как понимает этот окрас. То есть Талбунд это очень сильно вдвойне красивый в переводе. То есть более яркий украшенный порцелян. Такие цыплятки у нас получаются. И золото черно-окаймленное. Когда цыплята вырастут, это будет очень красивый цвет. 3-4 даже цветный. Яркий, очень насыщенный колор такой у птицы. Огромные шапки. Кто здесь девочка, кто здесь мальчик? Сейчас понять невозможно. Может быть, это все три пацана. А может быть, все-таки две дамочки и один мужчинка. Не знаю. С ними все сложно, как с шелками. А ты куда побежал? Ну, окрас будет очень красивый. Так не передать словами. Будет и белое, и рыжее, и черное, и здесь и такой крем, золото. Все это будет гореть, переливаться в пятнышку. Очень эффектная птица. В этом окрасе любая падуан не исключение.